помидорка, да? Нет. Садись. Да. Так, давай, девушка. Так. Лимончик. Лимончик давай. Ой, какой лимончик. Давай. Пальчик. Да, да. Вот. Пальчиком вот так берешь. И пальчиком. Когда я приезжаю к бабушке, даже мне кажется, что деревня и город – два разных мира. В деревне как-то тихо, спокойно, птички поют. Такое, можно сказать, даже умиротворение. В мире спокойствие мне нравится даже больше, чем в городе. Так, ну морковку сейчас. Боже, два сразу же, два, бери полностью так, всю. Все, все, понятно. Там-то прицепить там еще две штуки. Я поняла, я от сорняков их убираю. Они вместе с сорняками. Чтобы просто они не запутались тут. Так, стряхивай. Вот еще. Так, хлеб и надо. Положишь пакет не пьешь? Не хочу. Горячий, потому что очень. Нет, только горячий пью. Все, спасибо. Так, открывай ключи. Я убираю тебя. Давай, помогу. Как-то веселее с ними. И мне даже как-то нравится у них на даче. Так как дедушка предлагает разные натюрморты, что можно порисовать, а с родителями мы просто поехали бы на дачу, там в огород, и так до позднего вечера. Ближе горлышко ты ее. Не торопись, вот здесь аккуратно, Ирина, чтобы не заедешь, чтобы форма не ломалась. Около бутылки ты оставляй более. Старайся сохранить всю пропорцию. Здесь, ну ладно, здесь вот видишь, выкопин здесь, значит, добавлять. Вот. Так, и это сделай бутылочку поплотнее. Плотнее еще делай. Так, это тоже похолоднее, чтобы не была такая яркость. Перед последний раз перед бутылками я рисовала церковь и сначала так нарисовала, мне понравилось. Решила позвать дедушку. Он говорит, тут у тебя недочет, тут у тебя недочет. Сам сел, начал рисовать. И так, мне кажется, нарисовал новую картину, совсем которая не похожа на мою, так как видно, что это уже рука профессионала сейчас была. Вот ты сделай яркие, желтые вот эти, освещенные солнцем. Сейчас, видишь, солнце-то ушло. Вот я бы сейчас, подожди, дайте покажу. Даже светлее какой-то, пусть он холоднее будет. Здесь усилий его, контраст, понимаешь, вот не хватает
такой, знаешь, это вот страсти какой-то, чтобы это все это было ярко. Это же стекла, витражи, они, знаешь, какие-то сочные, особенно когда освещенные. Видишь, похулиганье. Здесь пятно, и понимаешь, это что будет играть здесь, это похулиганье. Мне не нравится, когда за меня делают эту работу, так как она уже становится не моя, а того, кто ее добавлял, все эти детали. Дедушка говорит, ничего, я тут не рисовал, этот все ты нарисовала. И так получается, что у дедушки создается новый шедевр, а я так и не учусь рисовать. Тоже, смотри, переплет, вот сделай тот переплет вот сюда. Пусть конструкция будет немного вот нарушена. Здесь вот так вот сделай. Краям поплотнее сделай, чтобы центр у тебя был основной, поняла? Угу. Вот здесь, видишь, по силуэту она выходит за плоскость. Не хватает здесь по рисунку. Мы подсказываем друг другу, какой лучший прием, что здесь лучше сделать, что там лучше сделать. И так у дедушки рождается просто отличная работа. И у меня так ничего получается. Я рисовала бутылки в том году. И дедушка мне сказал, вот все, лучше здесь делай желтая краска, а тут красная. Я сделала наоборот, и получилось, как бы одна бутылка отражается в другой. И дедушке это настолько понравилось, что он сам применил такой прием. Бывает так, что я задумал одно, она, может, какую-то грань такую открыла для меня, что я начинаю даже пересматривать. Думаю, смотри-ка, ребенок увидел, а я... Работал над этой работой, у меня уже и название было придумано. Она сказала, вот в этом-то как раз сама непосредственно, почему вот это художники, когда вот там какие-то конкурсы устраивают, они не пишут ни фамилии, ни название работ. Когда ты название работы дал, то зрителя ты уже заставляешь думать так, как ты. Потому что ты уже название дал, он в этом направлении работает и думает. А когда работает без названия, он вот так вот думает. А я прошу, нет, это работа называться по-другому. Самое главное, что можно красиво врать, но ты застав поверить зрителю то, что ты наврал. Мне лично дедушкина работа нравится, особенно последняя, так как он начал, мне кажется, делать их в другой технике, больше делает мазками, чем мастихином. Как-то это красиво выглядит, более яркие краски начинает брать. И мне кажется, эти работы стали намного лучше, чем до этого были. Смотрю на каких-то других художников. Вроде бы хорошо, но у дедушки лучше. Я беру что-то дедушкино и что-то изобретаю свое. На просмотре как раз в художественную школу я рисовала утку именно теми мазками, которые дедушка мне показывала такими шлепками. А иногда бывает то, что мне дедушка говорит, вот делай так, когда он уходит, я решаю сделать что-нибудь по-своему, и дедушке это даже нравится больше, чем то, что он предложил. Главное, чтобы оставаться нормальным, прекрасным человеком, чтобы ты нужен был обществу, самое главное. Нужен был семье, детям, внукам, чтобы они, дети и внуки гордились дедом или отцом. Потому что когда люди, дети, вернее, не говорят, всячески избегают разговор о родителях, это уже иногда настораживает. Это о чем говорю, что значит... Человек не нашел сам себя, или ему не подсказали, или руку не протянули. Давай, давай, давай. Давай ложку, лапу. Ой, вот первые шаги в мастерскую, в творчество, в большую жизнь. Ой, как красиво рисует девочка.